Достигнуты все целевые показатели. Итоги национального проекта «Безопасные качественные дороги» подвели на 11-й международной специализированной выставке «Дорога-2024», которая проходит в Свердловской области. Наверное, нет ни одного региона, ни одного жителя страны, кто бы не заметил те изменения, которые произошли в кратчайшее время на наших дорогах. Вопросы содержания каркаса сети автомобильных дорог, цифровизация отрасли, конечно же, это техника, рынок, производство. По данным Свердловского министерства транспорта и дорожного хозяйства, за 6 лет реализации национального проекта в регионе привели в порядок 791 километр дорог. Еще 70 километров закончат в этом году. Сейчас в области продолжается строительство, реконструкция и ремонт более 200 километров дорог. Дорожный проект, говорят участники встречи, является мощным стимулом для развития дорожного комплекса. Региональная общественная палата проверяет качество ремонтных работ, организует общественные слушания по вопросам безопасности на дорогах и соблюдение правил дорожного движения. Как сообщают в правительстве, уже в следующем году на смену проекту «Безопасные качественные дороги» придут два новых – эффективная транспортная система и инфраструктура для жизни. Президент Российской Федерации в мае подписал 309-й указ, где обозначил для нас с вами национальные цели развития. Мы с вами готовим новую редакцию национальных проектов, которые будут реализованы до 2030 года.